Мы снова вернулись к четвертой неделе Инкарнона в Дувере. Атомас и парные таксоцисты уже были изучены, а теперь мой выбор пал на Тарит и парные Ихоры. Тарит является странной штукой, ибо по факту это гранатомет, но без самоглушения. Эдакий рассадник вируса. К тому же нет вариации этой пушки, поэтому долго нет нужды думать, куда адаптер вставлять. Последнее испытание эволюции требует активации инкарнона 15 раз, что напоминает эволюцию ближек. При этом полностью заряжать инкарнон не требуется, чтобы такая активация засчиталась. Странность Тарида выражается и в том, как заряжается этот инкарнон, ибо требуются прямые попадания, вместо выстрелов по головам. Урон по площади здесь не поможет. Подобный метод заряда пушки встречается впервые. Быть может, что так ДГ представляют инкарноны для гранатометов. В любом случае, мы получаем лазер вместо гранат, причем имеется цепная реакция, что в игре не упоминается. Общий урон, а также показатели крита и статуса получают прибавку, равно как и скорострельность. Начальные перки дают выбор, мультивыстрел только для последнего залпа или с расходом резерва. Выбрал первое, чтобы слишком быстро пушка не проголодалась. Среди второго набора перков есть занятный бонус на продление урона от зоны первого выстрела. Звучит интереснее прочих вариантов. Под конец дают классический выбор между критом и статусом. Выбрал первое. В итоге я крайне доволен пушкой. Я бы назвал это одним из лучших инкарнонов. Думаю, что вы не пожалеете, прихватив такой образец. Однако вернемся к зараженным парным мечам. Оружка эта тоже довольно древняя и без дополнительных вариаций, поэтому вставляем адаптер без раздумий. Финальное испытание требует 29 убийств тяжелыми атаками, что не должно вызвать трудности. Активация инкарнона добавляет урон и скорость паркура, при этом убийства оставляют токсичные зоны. Обычно такие зоны порождаются тяжелыми атаками по земле, когда речь идет о прочих инкарнонах. Получается еще тот рассадник токсина, щитовикам будет несладко. Что касается перков, то для начала можно взять ускоренный набор комбо или повышение скорости атаки. Дальше имеется дальность ближки, длительность комбо и скорость для тяжелых атак. А вот последний выбор крайне странный, ибо лишь бонусный статус кажется единственным правильным вариантом. На лечение в эндгейме далеко не уедешь, а комбо за патроны вряд ли будет полезным перком. И все же ближка показывает себя годно, потому взять можно. Таковыми были мои впечатления, а теперь я хотел бы узнать и ваши мысли про данные инкарноны. Всем всего, всем удачи и всем пока.